Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Всем спасибо огромное за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши теплые комментарии. Всех вас люблю, всех ценю, девочки, мальчики. А сейчас давайте сделаем такой расклад на Христового Короля. В эту минуту, в эту секунду, что у него в жизни происходит, о чем он думает, о ком, о чем он думает. Давайте посмотрим. Что было Христового Короля в прошлом? Посмотрим. Коротко сделаем, если получится. В эту минуту, в эту секунду, о чем он думает, что происходит у него в жизни. Так, в эту минуту, в эту секунду, что у него происходит? Ну, в прошлом тоже скажем, что было. В прошлом у него было желание, хлопоты, к червовой даме интересовался. Была любовь, были свидания, были встречи в казенном месте, где есть спиртное. Ну, в кафе водил, ухаживал, аккуратно любил в прошлом. Хлопотал также, интересовался и по работе, интерес был, ходил на работу, все аккуратно, хлопоты были. Писал, звонил, были известия, звонки, переписки с червовой дамы, все было хорошо в прошлом. Сейчас что у него происходит? Что-то сейчас, ну, его жизнь, червовая дама так и есть, он надеется на нее. Но здесь немножко чувства какие-то холодные стали. Так. Здесь он очень переживает, что червовой даме хлопочет какой-то новый король. Поэтому он печалится, и чувства немного холодные стали. Ну и он думает о работе, о начальнике думает, о деньгах думает в данный момент, девочки. Ну и он очень тяжело воспринимает червовой дамы, встречи холодные у них. Он очень ударяется, печалится, переживает душевно. Но встреча с червовой дамой все-таки есть. Но здесь какой-то король еще имеет хлопоты червовой дамы. Поэтому наш Христовый Король очень печальный. В будущем что будет? Здесь в будущем я вижу, что от злости он идет встречаться с бубновой дамой. Хотя она ему и как бы не нужна. Пустые хлопоты, встреча, свидания от злости. Ну и здесь, смотрите, они ругаются. Прямо не успевает познакомиться в будущем, они ругаются. Он думает о червовой даме. Как-то будущего будет думать. Здесь в скором будущем бубновая дама отвернется. У нее будет другой мужчина, казенный король. Она надеется на короля, и она отвернется от Христового Короля. Свои чувства, любовь, все убирает от Христового Короля. Ну и Христовый Король тоже делает паузу с бубновой дамой, девочки. Так, здесь Христовый Король и в прошлом, и в настоящем думает о червовой даме. Ну, здесь какой-то бубновый король прямо идет к червовой даме, это его злит. Ну и в будущем с какой-то дамой познакомится и сразу же расстанется, девочки. Ну, давайте будем смотреть, короткий расклад сделаем. Что под сердцем? Казенный король на сердце. Свое свидание, свои встречи в голове, в мыслях, на пороге. Что рядом, что будет? В голове, в мыслях он думает. Чуть подвинем, чтобы видно было вам. В голове, в мыслях он думает о червовой даме, интересуется, есть желание, девочки. На пороге он будет злиться за какие-то деньги, за какие-то деньги он хлопочет и будет злиться. Так, коротко сделаем. Под сердцем казенный король у него, на сердце.
Так, смотрим, теперь читаем. Все карты открыли. Интерес есть к червовой даме, хлопоты и желания есть к червовой даме, девочки. Под сердцем казенный король, начальник, наверное, думает о нем, думает о хорошем. Так, здесь я вижу, что у него какие-то встречи должны быть с бубновой дамой, здесь общение, свидание должно быть с бубновой дамой. Но он не хочет идти, девочки. Он не хочет идти, его дорога перевернута. У них не будет ни встречи, ни свидания, ни общения не будет. И поэтому на пороге показывает, это не деньги, это хлопоты бубновой даме. Он не будет делать, он злится на бубновую даму. За какую-то даму он злится. Так, здесь у него чувство, любовь к червовой даме, надежда есть. Какой-то звонок неожиданно будет, какой-то звонок будет, но неплохой звонок, хороший звонок. И у них любовь, встреча будет с червовой дамой, к червовой даме. Так, свидание будет, что-то переживать будет за червовую даму. Здесь червовая дама холодна вообще к крестовому королю, и он из-за этого переживает и огорчается. Ему больно, и он без настроения из-за этого. Так. Что будет? Все-таки будет он хлопотать червовой даме. Так, здесь у него в будущем тоже будет встреча и с червовой дамой, и бубновой придет, девочки. Хотя он на нее злится, она все равно придет на встречу, на свидание. Здесь бубновой даме получит большой удар. Но эта встреча ему не понравится, и он вообще не хочет с бубновой дамой. Ну, по диагностике. Так, посмотрим дальше. Бубновый разговор выскочила. Так, будет хлопотать к бубновой и к червовой все-таки. Зато он любит червовую даму, девочки. Он любит червовую даму. Так, какие-то деньги, неожиданно какие-то деньги он получит. Вот он желает червовую даму, желание есть. С бубновой дамой какой-то обман между ними есть. О, здесь семерки, одни свидания у него. Свидание с червовой дамой будет, а бубновую даму обманет он и пойдет. Очень много черноты исходит от бубновой дамы. Она вот в голове думает, магию будет делать. Думает она, готовится, девочки. Крестовый король очень злой на бубновую даму и хочет поставить точку отношениям. Об этом он будет ей говорить при встрече. С червовой дамой у него очень хорошо, считает ее очень верной девушкой. Пять карт осталось, какое-то препятствие. Препятствие бубновой дамы у него стоит на препятствии. Так, здесь он в своей жизни думает, интересуется червовой дамой, встречи, все будет у них. Интерес, хлопоты, встречи. В эту минуту, в эту секунду он думает о червовой даме, девочки. Вот что у него происходит в жизни. Тут бубновая дама идет. Вот за свои желания у него какие-то проблемы есть. Так, какое происшествие будет? Дорога какая-то. Свидание с кем? С червовой дамой. 8-9. Что удивит? Червовая дама. 10-11. Что одиночит? Ее свидание. 12-13. Что тревожит? Сам себя ругает. 14-15. Что порадует? Порадует, что бубновая дама отвернется. Порадует, что он надеется на червовую даму. Но ему что-то больно, неприятно, что-то печалится. Он что-то
Что-то какое-то без настроения наш крестовый король. Что-то камера легла. Для него, для дома, для сердца, что было, что будет, чем успокоиться. Так, посмотрим, девочки, для него. Он думает о себе, думает. Будет хлопотать, думать о себе, о работе, о себе думает. Для дома. В доме, когда в доме думает о червовой даме. Душа болит, сердце плачет. На сердце. На сердце с каким-то казенным королем, с начальством будет у него встреча о какой-то дороге. Но он не хочет в эту дорогу ехать. Что было? Был интерес к новой даме и к червовой даме. Что будет? Что будет? Будет у него свидание, надежда, интерес. Надеется он, и свидание будет к червовой даме. Чем он успокаивается? Успокаивается он червовой дамой. Интерес червовой дамой. Для него. Здесь все-таки бубновая дама идет с надеждой для дома. Для дома думает о червовой даме. О червовой даме думает, душа болит, сердце плачет. На сердце здесь бубновая дама хочет встречи, но он как-то не хочет. Что было? Была бубновая дама, интерес был, но потом любовь погасла. Что будет? Сейчас будет хлопотать червовая даме. Чем успокоиться? Здесь будет интерес червовой даме. Будет теплые слова говорить при встрече. Здесь бубновой дамой. Она тоже придет на встречу. Он будет злиться на нее. Будет звонить, будет писать. Да, здесь бубновая дама полностью он закрывает отношения, они расстаются, пустые хлопоты к ней. Но она еще, бубновая дама, будет писать, звонить, говорить, что она любит его, а он не будет слышать. Он идет к червовой даме с желанием. Просто его желание, она столько звонит, пишет, эта бубновая дама, ему до такой степени надоело это все, как будто он... Уже до такой степени она, бубновая дама, надоела ему, что он не живет, а как будто уже умер он. Просто как будто существует от ее звонков, от ее прихода. Неожиданно она приходит, он злится, звонит, он злится, говорит, что любит. Он очень злой, он очень нервный от нее. И пусто он делает интерес бубновой даме. Дороги все закрывает, между ними... Все, расставание, как будто эта бубновая дама у него в жизни умерла, да, и он тоже устал от нее, девочки. Вот такой короткий расклад сегодня на крестового короля в эту минуту, в эту секунду, о чем он думает, о ком он думает. Девочки, он думает о вас. Каждую минуту, каждую секунду он думает о вас, и в его жизни вы будете в будущем. Бубновая дама немного будет ему морочить голову, но потом они расстанутся. Вот такой расклад, девочки, у кого резонирует, у кого такая ситуация, пишите комментарии. Все комментарии читаю, лайкаю, ставьте пальчик вверх, ну и подписывайтесь на мой канал, не забудьте. Всем до свидания, всем удачи, девочки, мальчики.